29 мая 2018 год, Харьков, 21.03 по Киеву, и это Венера. В 200-кратном приближении. Но мы здесь не за ней. Хотя она очень даже знатно смотрится на фоне заката. Закат еще у нас такой колоритный. Да. Но мы здесь не за этим. Сегодня у нас нет цвета, какие классные. Полнолуние. И не только у нас. Луна, к сожалению, практически в апогее. То есть на максимально удаленном от Земли расстоянии она будет через 3 дня. июня. А сейчас она на расстоянии 400 тысяч километров от Земли. 10 экваторов, всего делов. Красавица. Очень чистое небо. Практически безветренная погода. Не нашел повода не снять наш естественный спутник. Сейчас еще попробуем поймать Юпитер. Слева какая-то точка на Луне белеет, кратер явно свежий еще, так ярко белым. С другой стороны, а из-за чего они могут менять цвет? Окисляться там нечему, кислорода нет, вернее, окисляться есть чему, нечем окисляться. Так, ладно, поехали за Юпитером. О, вон он. Давай, что такое? Так же хорошо все видно. Сейчас будем искать Галилеева спутника. Четыре спутника, которые впервые увидел Галилей в свою подзорную трубу. Опа! Вон они, красавцы, вырисовываются. А вот в какой они последовательности? Какая краса!
Ганимед, Калиста, Европа. Боже, какая красотень. Танюш, слушай, там на моем компьютере сейчас открыта программа Stellarium. Посмотри там, в этом самом. Открой ее, пожалуйста. И набери Ctrl-F и Юпитер. Сейчас, подожди, я записываю просто сейчас. Открыто, да? Ctrl-F нажми. И Юпитер набери. Открыться окно должно. Ну да, он заснувший был. О. Теперь у тебя крестик должен. Enter нажми, да. Есть крестик, появился. Теперь скроллером вот тебе к этой точке надо приблизиться. Мне тебе надо, чтобы ты посмотрела. У тебя при приближении, когда ты будешь приближаться, он у тебя будет пытаться, во-первых, сбежать, потому что это в реальном времени вращение Земли и движение. А меня интересует вот сейчас там 4 галилеевых спутника рядом с ним. Ты когда близко приблизишься, ты увидишь его. Приближай скроллером к Юпитеру, пока ты не увидишь 4 галилеевых спутника. Ты их увидишь. Да, они будут рядом с большой. Юпитер станет большим, а рядом будут 4 маленькие точки. А ну давай, вот теперь 2 слева маленьких, видишь? Самый левый как называется? Калиста самый левый, да, и нижний Европа. Нижний Европа, потом Калиста, потом Юпитер, а потом что? Ио и Ганимед крайний правый, да? Все, спасибо, Солнце. Давай. Так, выяснили. Вообще красота как. Быстро же он двигается. Ох. Ну куда ж ты сбежал, хорошему? Да вот это я пришел полнолуние снимать. Не до полнолуния. С такими ганимедовыми спутниками я их назвал, галилеевыми. Питер, это все еще ты. Ну что ж такое? Не сфокусируется. Давай, давай, тушься. О. Не, ну какая краса. Чё меня это в такой восторг приводит? Наличие духленького фотоаппарата в руках позволяет смотреть на галилеевые спутники. Вот что меня в восторг приводит. Собираюсь оптику получше покупать. Помощнее. И тогда увижусь с самим Галилеем, а не только с его спутниками. Рад так, да? Так, ну ладно, напоследок Луну.
еще разочек.